последнее время денежные переводы наших мигрантов увеличились. По данным Национального банка, в 2018 году трудящиеся за рубежом поставили новый рекорд, перечислив в Кыргызстан около 1,5 миллиардов долларов. С другой стороны, это неудивительно, ведь на сегодняшний день наша республика занимает первое место среди стран СНГ по объему банковской транзакции от мигрантов. По итогам 2018 года, то есть в течение января-декабря 2008 года, объем денежных средств, которые переведены через систему денежных переводов в Кыргызскую республику, по сравнению с 2017 годом увеличилось на 8,2% и составило 2 миллиарда 685 миллионов долларов США. По количеству денежных переводов от мигрантов в структуре ВВП страны-получателя Кыргызстан занимает передовое место среди 214 стран, а эта сумма почти равнозначна сумме годового бюджета государства. Согласно докладу Всемирного банка развития, за 2017 год в остальных странах денежные переводы трудящихся за рубежом также составляют значительную часть от внутривалового продукта страны. На первом месте находится Кыргызстан. Его доля составила 37,1% от ВВП страны. Таджикистан на втором месте с 28%. Доля ВВП от денег мигрантов в Армении же составила 13,9%. В Грузии 12%. Далее идет Черногория 9,6%. Денежные переводы трудящихся за рубежом в Сербии составили 9%. В Албании немного ниже 8,7%. В Украине 7,2%. Предпоследнюю позицию занимает Узбекистан 3,9% от ВВП. Замыкает список стран Болгария. У нее денежные переводы мигрантов составили 3,6% от ВВП страны. На сегодняшний день более 700 тысяч человек прибывают за границей в качестве трудовых мигрантов, более 80% которых находятся на территории Российской Федерации. Как отметил статс-секретарь Госслужбы миграции Нурлан Шерипов, большинство из них занимаются трудовой деятельностью в сфере обслуживания, но также немалое количество из них заняты частным предпринимательством. По его словам, доходы мигрантов оказывают немалое влияние на развитие экономики нашей страны. Эти денежные переводы наших трудовых мигрантов напрямую влияют на социально-экономическое развитие нашей страны. То есть, ну, заметьте, за последние годы у нас в Кыргызстане оживилась строительная отрасль. Смотрите, сколько домов у нас строится, сколько у нас квартир покупается. Конечно, например, безусловно, это напрямую влияние этих денежных переводов. Вступление Кыргызстана в Евразийский экономический союз в 2015 году освободило граждан республики от необходимости оформлять для работы в России разрешительные документы, а также дало и другие преимущества, облегчившие их жизнь и трудовую деятельность в странах Союза. По словам экспертов, статус привилегированного мигранта значительно помог в росте денежного притока в страну, а также оказывает благоприятное влияние на развитие социальной экономики страны. Развивать нашу экономику, чтобы было мигрантов меньше. Если только мы будем рассмотреть на переводы наших мигрантов, это тоже, мне кажется, это вопрос тоже не решает. Самый главный фактор – это надо развивать нашу экономику, построить у нас завод, фабрики, перерабатывающую промышленность. Так, поэтому в этом плане тоже надо работать наше правительство. В последнее время растет число соотечественников, которые заинтересованы в инвестировании различных проектов на родине. Это стало доказательством очевидной связи между миграцией и развитием республики. Однако нельзя сказать, что финансовая осведомленность мигрантов находится на высоком уровне, что сказывается на неправильном использовании денежных ресурсов. По словам статс-секретаря Госслужбы миграции Нурлана Шерипова, необходимо уже в школах давать экономические знания, чтобы потенциал мигрантов в финансовом плане был достаточно высокий. Шерипов также отметил, что государство регулярно проводит разъяснительные работы в регионах, а также предоставляет консультации для желающих. Мы, Государственная служба миграции, сейчас выезжаем в регионы для информационно-разъяснительной работы. Кроме того, у нас есть сайт, кроме того, у нас есть горячая линия. И мы используем социальные сети. Все для того, чтобы с нашим согражданам, соотечественникам давать информацию, объяснять многие вещи, и в том числе вопросы финансовой грамотности. Рост дохода трудящихся за рубежом зависит от хороших отношений Кыргызстана с Россией, считают эксперты. Договоренность главы нашей страны с правительством России напрямую сказывается на стабильном заработке, а то и росте финансовых источников мигрантов. Однако, как считают эксперты, эти же мигранты могут зарабатывать такие же деньги, будучи на родине, в случае создания государством необходимых условий.
В первую очередь, значит, это если деньги есть, надо земля, надо выделить землю. Таким образом, помогать и создавать условия, чтобы мигранты здесь тоже создавали совместные предприятия с той же Российской Федерацией и другими государствами. Немаловажен вопрос о том, насколько эффективно потенциал денежных переводов трудящихся за рубежом может быть использован в инвестиционных целях. Однако нельзя уверять, что все переведенные деньги поступили однозначно от мигрантов. Для конкретного выяснения необходимо четко проверить структуру поступлений и только потом решать, в какой отрасли будут полезны эти финансы, говорят эксперты. По словам Искендера Шаршеева, не все полученные средства отправлены мигрантами. Наша группа экономистов видит, что эти деньги в большинстве своем поступают не только именно как переводы мигрантов домой, да, со своих зарплат, а больше поступает как именно как бы переводы не только гражданам для Кыргызской республики, но и гражданам других стран, которые иногда пересекают границы, чтобы получить эти деньги, да, и потом пересечь свою границу обратно. Таким образом, рост доходов трудовых мигрантов, а также развитие экономики страны не прикрывает того факта, что многим находящимся за рубежом гражданам нашей страны не всегда оказывается необходимая помощь. Все же, как замечают эксперты, финансовая образованность трудящихся с каждым годом растет, что создает благоприятные условия в целом. Мерим Кубанчбек, Кызы, Джолбол Дубайсаев, неделя.